В отборочных играх молодежной спартакиады России подмосковная сборная по волейболу выступила смешанным составом. Из Московской области играли воспитанницы училища Олимпийского резерва номер 2, которых тренирует Андрей Безруков, и команда Подмосковья под руководством Петра Кобрина. Девушки встретились с соперницами из Калужской, Тверской, Воронежской областей. Это очень важное спортивное мероприятие именно для молодежи, потому что возрастной ценз на спартакиаде до 18 лет. И очень важно в этом возрасте как раз поддерживать юношей и девушек в спорте, потому что сейчас, к сожалению, этот вопрос, немного упускается. Молодцы девочки все. То есть довольно-таки хорошо справились с приемом. Блок очень нас спас. У нас достаточно высокие игроки. Мы были самый большой рост был у нашей команды. Поэтому за счет этого нам было, конечно, легче. В целом, конечно же, характер, наша практика, тренировки и выполнение установки тренеров. Блестяще обыграв соперниц, подмосковные волейболистки получили путевку в финал спартакиады, который пройдет в конце июля в Пензе. Успех волейболисток в отборочном этапе можно смело назвать триумфом молодежного волейбола. В этом соревновании подмосковные спортсмены не одерживали победу долгие годы. Эта спартакиада проводится раз в 4 года. И я очень рад, что мы туда попали. А сборная Московской области уже выигрывала именно в волейбол в этой спартакиаде? Сборная Московской области очень долгое время даже в финал не попадала. То, что сделали мы сейчас. 15 февраля волейболистки отправляются на первенство России в Анапу. А их старшие коллеги, игроки Одинцовского Заречья, откроют серию плей-офф в Екатеринбурге. Соперником игр на выбывание Одинцовского клуба Суперлиги станет команда «Уралочка НТМК», с которой девушки сыграют 17 февраля. Ответный домашний матч «Заречья» и «Уралочки» пройдет в Одинцово 5 марта. Мария Подъепольская, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцово».